Каким будет памятник Иваново-Вознесенскому меценату и фабриканту Дмитрию Бурыльну, обсудит член общественного совета. Сейчас в Музее промышленности и искусства полным ходом идет голосование за макет будущего монумента. Вариантов 8, есть из чего выбрать. Параллельно голосование ведется в сети интернет на страничке Рабочего края. Только в сети свое мнение выразили почти 500 человек. Отдать свой голос нужно успеть до Нового года. Городские власти решили активно обсуждать внешний облик памятника, чтобы у ивановцев не возникло чувства обиды, что с их мнением не посчитались. Подходящий для монумента место определили. От предыдущего варианта расположения памятника между музеем СИЦ и ЗАГСом отказались в пользу литературного сквера. Монумент установят рядом с аллеей. Нам очень важно сегодня и мнение жителей города, и, конечно, общественного совета, потому что сегодня они, как лакмусовая бумажка, будут показывать, действительно, какой проект сегодня наиболее интересен будет, какой наиболее профессионален, потому что здесь есть и люди творческие в общественном совете.